Всем привет, ребята, вы на канале Макс М. Сегодня мы поедем в парк. В парк, и там будет, наверное, очень весело. Я там был, но мало ли что там обновили. Поэтому да, погнали. Сейчас мы, ребят, садим машинку. Мама! А, все. Машинка открылась. Открываем. Вот мое коронное переднее место. О, как кресло теплое. О, гад. О, я дверь не закрыла. Ну, плохо. Умиротворение. Сейчас еще дверку открыть. Дай чистоту. Что ты делаешь, Влад? А, я поеду с моей сестрой Алисой. И, ребята, да, парк. Какой? Все, пока, ребята, я вылезаю. Пока, не пока. Ну что, ребят, пойдем в очень крутой на парк в Новополоцке. Новополоцкий центральный парк культуры и отдыха. Вон там Алиса залезет по сиденью. Ну, встретимся мы с вами, ребятки, уже в самом парке. Ну что, ребят, извиняюсь. Я, конечно, обещала совсем другого, но... Ну, так как бы, ну, у нас просто папа закопался где-то дома, я решила с вами погулять по моей площадке. Мы там вот велопарковка, деревья. Ну, ребята, вот это опасный пуск. Со штативом Xiaomi. Дорогие мои, с телефоном, айфоном SE. Ну что, скатываемся по горке. Вот песочница. Там есть еще площадка, но папа уже пришел. Ребят, встретимся уже в парке. Ну что, ребят, рядом с этим парком есть понтон на воде, и мы решили на него сходить, пока с парком немножко подождать. Понтон должен быть очень крутой. Я много очень раз слышал про этот понтон, но как-то погулять на нем нам не давалось. Ну, ребят, встретимся уже, когда я буду подходить к понтону. Ну что, ребят, этот понтон выглядит максимально стрёмно, как какое-то надувное, неизвестно что. Что? Как матрас какой-то. Сейчас я вам его подожду. Видите, ребята, вот надувное, это понтон. Ребята, это военная техника, вот. Похоже на Катюшу, но не Катюшу. Ребята, тут очень много всякой разной военной техники. Далее на понтоне будут крутые военные лодки. Я вам их обязательно покажу и покажу строительство моста. Это типа вместо моста, чтобы типа, может, люди могли не ходить. Да. Ну что, ребят, я уже прям вот, не знаю, в 10 метрах от понтона. Метров 5 уже. Уже метра 3, 2, 1 и... Я расступил. Ну, ребятки, мы валим, 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 валим. Ой, фу. Она все так скрипит противно. Такой понтон. Такой вот красивый, ребята, вид. На реку Западная Двина. Это же, да, Западная Двина. Вот. Западная Двина, это все вот. Ну, также такой красивый пол. Офигенно, ребят. Я, ну, понтон, это, конечно, впечатление на всю жизнь. Но если вы живете в Полоцке, Новополоцке, неподалеку от Калининского моста, есть понтон, ну, те, кто не в курсе. И недалеко от Калининского моста, возле парка Новополоцкого, если вы живете в Витебской области, ну вот, съездите. Еще рекомендую вам, ну вот, пройтись по понтону. Я уже, ребята, одну лодку прошел. С вами заболтался. Тут вот такие вот стрёмные щели. В них стрёмно упасть. И ты идешь, и она как бы кажется, что сейчас все разойдется. Ну что, все, пипец. И мы, ребят, подгоняем к военной лодке. Я обязана вам ее показать. Сейчас вы ее увидим. Ну что, ребят, тут веревка, типа ограничительница. Ну вот, такая вот эта лодка. Вот такая вот она. Вот там вот руль. Сейчас я вам ее покажу. Вот
такая вот лодка. Она очень, ребят, крутая. Сейчас я вас приближу в кабину водителя. Вон там руль, вон видно коробка этих передач вроде. Но она вон сверху накрыта. Сверху вот стоит эта лампа. Вот тут люк есть. Такая вот очень прикольная военная, ребята, лодка. Сейчас я переверну опять. Ну что, я вам показал очень крутую какую-то военную лодку. Ну, опять, я иду, и мне страшно. Это как бы 12 река. Тут вон вижу течение, оно как бы я сразу туда присобачит. Неизвестно куда. В Литву еще, не дай бог, унесет. Все, там пипец уже. Дай бог, в Литве вынырнешь. Дома. Откуда я знаю? Мы куда-то идем на другой конец света. Как я понял. Ну, мы идем по этому понтону. Ребят, я же вам обещала показать строительство. Ну что, ребят, вон там вот, далее. Вы видите строительство моста. Мой палец загрязняет камеру. Ну вон, вы видите строительство данного моста. Калининский мост. Вон оттуда вот мост начинается. Вон его начало, вон конец моста. Вот там вот снизу идет строительство, вон забор, вон разная техника. Ну что, только что вы увидели одну из главнейших достопримечательностей этого понтона. Это было очень прикольно, я вам показала строительство. Ну дальше там тупо дорога, уходящая вверх. Белорусский флаг. Ну и как бы вот тут больше нечего особо сделать. Не наступай, не наступай на это. Я наступил. Такое чувство, у меня все расходится. Я на твердой поверхности. Вот такая вот дальше дорога. Только каменистый причал. Я такое вот люблю. Вот тут флаг. Флаги. Ух, ребят, я, наверное, устал так ходить. И прямо ко мне близко река Западная Двина. Красиво, ребят. Я вижу, там вот прям вот видно, там рыбки плавают. Такие маленькие. А я хотела тут еще лягушку поймать. Смотри внимательно в воду, там плавают мелкие рыбки. Кстати, там, наверное, в тинке лягушки сидят. Я люблю очень на даче ловить лягух. Ну что, ребят, наверное, вам уже скука стала про этот понтон. Поэтому я с вами, наверное, уже встречу, когда буду, если ничего интересного по дороге не попадется. Я вам... Поехали! Кстати, ребят, тут очень... Тут мы встретили три байкера, хотя тут висит движение. Автодвижение, плакат, значок, что автодвижение запрещено, пешеходное движение. Ну, плевать. Никому на это не важно. Что, знак стоит, ну пусть стоит. Он для призраков. Ну вот мы сейчас, ребята, идем в парк. Там я покажу вам, какие я умею делать трюки на трюковом самокате. А зачем я все? Уже минус один я заспойлерил. Зря. Но там, ребята, будет куча. Даже, может, я на аттракционах там покатаюсь. Я вместе с вами, прям вот со штативом в руке. Либо меня, который будет снимать с земли. Но в любом случае мы с вами покатаемся. На чем-то, может быть, скорее всего, вероятность 80 из 10 из 100. Ну, теперь точно, я все вырубаю, мы встретимся уже в парке. Ну что, ребята, мы дошли наконец-таки до парка. Я на трюковом самокате, сейчас быстренько доеду до уже основных этих горок, развлекаловок. Крутое место, пока не надо какое. Ну что, ребята, тут, короче, крутой этот веревочный городок. И тут офигенно, специально вот тут пошел. Ну,
Зачем мне тут лезть, если можно перешагнуть? Ой, потому что у тебя больше. Я как бы не умею ползать. Поэтому легкий способ. У-ху! Ой, ай-ай. Ай-ай. Следующий. Куда ты идешь? Вот этот. Очень стрёмно. Куда ты идешь? Ты будешь подожди. Ну, пока стоим. Тут еще тут прикольные аттракционы. Я не на некоторых прокачусь. И за этим, с камерой. И будет обязательно весело. Очень офигительно есть площадка. Очень крутая. Там куча всяких горок, всяких дополнительных этих. Короче, много всего. Тут еще есть тарзанка, но она сломана. Ой-ой-ой. Стоп. Ну, мама, что? Я немножко не решил подождать. И следующее препятствие. Это такие вот как доски. Это еще были цветочки. Вот финальное испытание. Я не сорвусь. Я хожу на этот на восточное единоборство. В чем мне срываться, как бы? О, неплохо так. О, немножко физкультурки, немножко так лазер я по деревьям. И я это переполз. Ну что, ребят, мы переходим под корщевка сверху. Ну, на кольцах я особо ничего не сделаю. Это слишком будет тупо. Камень. Ну, наверное, я с вами встречусь уже на аттракционах. Но как я буду ехать, это, конечно, заснимется. Парке, где большое колесо обозрения. Там есть дикий поезд. Вот он по-настоящему жесткий. Я его люблю. А это паровозик Лёва. Что? Паровозик Лёва номер 2. Ну или синий трактор номер 2. Да, синий трактор номер 2. Брат паровозика Лёвы. Решено. Звание. Новое звание веселых горок. Вот билетик. На следующий аттракцион мы, ребята, с вами гоним на ромашку. Ромашка — это вот такая вот вертелка с сиденьями, офигенная.
На ней мы очень с вами прикольно покатаемся. Ну, а встретимся уже в кресле ромашки. Ай, короче, ребята, тут такая фигня, что мы все лето катались на этой ромашке, и как бы всем было плевать, какой там возраст. Ну, неважно, ну, как бы меня с моей сестрой Алисой, она вот с Марти, Алисе 6, мне 9. Я очень, ну, скоро вот в 3 класс перехожу, ученик 3 класса, 9 лет. 9-летнего кабана сказали, вали отсюда, грубо говоря. Ну, то есть, не пустили. Нафиг на эту ромашку. Ну, типа, я не понимаю, в чем прикол, что все лето катались, а теперь, бах, правила. Я не знаю, откуда эти правила появились, кто вообще их придумал, потому что все было нормально. Максим, пойдете на самолетик? А сейчас, мама, на самолетике сейчас пойдем, просто билеты возврату не подлежат. Ну, типа... Вот так. Ну что, ребят, мы на детских самолетиках. Это детские самолетики, тупо обычные. Ну, билеты подходят, там любые сказали, подходят. Ну, вот тут такая кнопка, я нажимаю на зеленую кнопку и иду вверх. Ребята, я уже на высоту двухэтажного дома. Еще есть? Ауч! Вот там вот летит Алиса. Вот только зацените, ребят, вот там вот земля. Мама, помахай. Да, вон мама сидит. Ну, ребят, мы уже на высоту. На высоту до 5, а? Ну, пятиэтажка, пятиэтажка, это вон то вот дерево. Ну, ну вот так, грубо говоря, 1, 2, 3, 5. Ну, это на самом деле тяжело определить высоту, когда все в движении, но раз. А, ну, 5 метров примерно высота. Ну, это до... грубо говоря, домик. Ну, 1-2 этажа, смотря какой домик. Может двухэтажный быть как, ну, большой, а может двухэтажный быть как одноэтажный. Ну вот так, я тут ребята присягу, но кто мне запрещает оттянуться? Я снял карабинчик, ребят. Ну как бы что мне мешает. Фу, кстати, ребят, кнопость. Я ее качнула, потому что она сейчас вперед кульнется. Качнула, думала... Ну, я не притянут. Что мне грозит? Высота мелкая, ну, как бы, что, палки все равно же выдерут. Есть тут система какая-то предохранения. Типа, если упадет, ну, то какая-нибудь палка может выдвинуться, ну, или как-то может смеситься, завертеться. Ну, есть же факт системы предохранения, ну, в теории, но есть же... Безопасность не грозит. Сейчас я вам покажу полностью круговой. Ну, вот так вот, ребята, он начинается. Вот там вот батут. Стараюсь вам все показать. Вот батут. Все, ребят, идем на посадку. Слышите звук? Сейчас я выйду и скажу вам эмоции. Эмоции. Прикольно. Ну и все, в принципе. Ну, если в 3 слова, то круто. По-детски нормально. Ну, вот примерно так. Ну, прикольно, в принципе, нормально. Аттракционы на ромашке были бы круче. У меня в башке не укладывается. Вдруг. Все, ну, пофиг. Ну что, ребят, мы сейчас заказали... Такая жесткая спина. Как такое вообще люди додумываются делать? Ну, вон, вроде нормальная скамейка. Я как можете такие скамейки делать? Я устал, хочу присесть. Вот зачем делать такие скамейки из кусков? Надо цельную сразу делать. Комфортнее сидеться. Ну, все, массаж какой-то.
Это массаж просто. Ладно, короче, ребят, там мы, короче, в стрит-кафе, это очень крутое сеть кафе. С мороженкой, коктейлями я себе решила заказать коктейль с бананом, сироп вишневый. Хотела с лимоном, но боялась, что будет слишком кисло, там же все концентрированное, замаринованное. Маринованное. Но на банке стоит, короче, там концентрат высокий лимона будет. Невкусно, боялся-то. И сейчас мне несут уже мой коктейльчик. Какой мой? Пока там Алиса коктейль, но с бубблгамом. Я считаю, что это не сильно будет вкусно, а? Сейчас я возьму коктейль. Да. Ой, ну что, пробовал коктейль. Самое то вообще. Супер. Ну что, ребята, уже, как видите, закат и... Знаешь, как приятно завершение нашего. Это у вас есть ресторан, в котором раньше работал мой папа. Плаза. Мы решили заехать в ресторан Плаза. Решили так поесть там.